Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, мы сейчас с тобой продолжаем играть в слои страха. Вторую часть у нас акт 3, Блуди Рутс какой-то, вот, продолжаем с тобой ползать, бегать и так далее. И офигевать от великолепного FPS-а. А, слушай, мы какие-то маленькие, мы за парнишку что ли играем? Что-то непонятно. Что-то непонятно, за кого мы играем. Угу. Угу. Великолепно. Что-то как будто какой-то дом, как будто корабль. Kitchens. Kitchens это кухня, да, по-моему, там было написано. Завтра пришли новую пленку. Фильм про пиратов. Говорят, американцам такое нравится. Так что стоит взглянуть. Чем больше показов, тем больше забитых мест в зале. И тем больше резона продолжать платить. Тебе? Тебе. Ю. Да, тебе. Верный слуга, скорее сюда. Мерзкий отвар варить нам пора. Барли Канонир любит поесть от пуза, поэтому круглый, как пушечное ядро. Как-то раз он чуть было сам собой из пушки не выстрелил. Ага. Так, мы что творить добудем? Я понял. Не понял. Я понял, но не понял. А чё варить? Алло. А мне нет ничего. А. О. Красиво. Ничего не скажешь. Мозги. Тоска источила, порог поразил. Пожрало безумие, нет больше сил. Так, мозги. А чё ещё надо? Так. О, господи. Во все двери можешь зайти, да? Ну, пойдем сначала направо. Ну, Андрюш. Андрюш, сердце уронил. Тоска и утрата тебя иссушили, былое сияние и блеска лишили. Механическое сердце, смотрите. Интересно. Да, Андрюш, чё? Андрюш, кто тебя воткнул? Это женщина, по-любому. Это по-любому тебе женщина воткнула нож в спину. Они так умеют делать, я знаю. Они сначала обещают тебя любить, а потом они тебя бросают, как только у тебя заканчиваются деньги. Можно я ногу заберу? Нет? Ну отдай! Да не ори ты! Воин и терзаний безжалостен рой. Измучено тело и изгнило нутро. А, это Миша. Ты не против? Не, он не против. Так, что здесь? Здесь закрыто. Пойдемте варить холодец. С чесночком, там все как надо. Ага. Хорош. Зелье в котле клокочет, кипит. Чудище! Вот оно, больше не спит. Какое чудище? А. Похоже на бутылки. Или на шарики. В общем, видимо, алкоголизм какой-то. Джимми, смотри, Джимми, папа показывает черного странника. Они фильм смотрят. Красавцы. Кино почти закончилось, нам пора. Bedroom, спальня. Сверху написано.
Вы там это, Андрюш, си, ну пускай смотрит. Ну, развлекательная программа как бы. Досуг. Надо как-то же проводить. Загрузка произошла. Бутылки. Все понятно. А, мы идем с тобой в спальню. В мамкину с папкиной. Осторожнее, не выходи на свет, не то он тебя заметит. А. Это спальня? Ага. Это спальня, ребят. А. Не спится ему, видите? Человеку не спится. Ползает по стенам. Ты чё? Успокойся. Здесь чё? А, какие-то зубы. А Делайла, марсовой, что-то зачеркнуто, марсовая. Очень любит мальчиков и девочек тоже. Весьма дружелюбно, порой даже слишком. Марсовая. Так. Ничтожество, приносишь одни несчастья, проклятие всей семье. Я жертвую всем, и что получаю взамен? Хоть немного благодарности, хоть немного тепла. Я разве о многом прошу? Ходи королевой. Немного удачи. Козырь в рукаве, вот и все, что мне нужно. В общем, матери у нас не было, да, как я понимаю? А отец алкаш был. Немного удачи. Козырь в рукаве. Какой нахер козырь в рукаве, батя, ты чё? A lucky break. Чё тебе надо? Ice up my sleeve. That's all I need. А, козырь, говорит, в рукаве. Может, нам надо где-то карту найти? А мы выйти не можем. Мы выйти отсюда уже не можем. Бро, у тебя есть там что? Во. Я же велел тебе его спрятать. Спрятать в надежное место. Как ты мог отдать его? Это все, что от нее осталось. А, батя, короче, найди его. Надо его вернуть. А, батя алкаш, короче, мать у них умерла. Мать умерла. Да господи, что с FPS-то? Мать умерла, короче, а батя все проиграл. Find it. Да я понял. Bring it back. А батя все, короче, алкаш и козел, короче. А сюда нельзя? Нет. A lucky break. An ice up my sleeve. Батя, где это? Мамкино ожерелье. А, вот. Ага. Он ожерелье мамкино проиграл. Алкаш сразу. Нашел я. Храни его в своем сердце, не забывай о нем. Ради тебя она отдала все. Докажи, что оно того стоило. Что ты не ошибка. Я не ошибка. Я не ошибка. Нет, нельзя. Ага, но. A lucky break. Вот сюда, наверное, да, туда. А что нам надо? И что?
Подожди, бате, наверное, карта нужна, да? Ага. Понял, пойдем бате карту отнесем. Почерневшее сердце, охваченное горем, прозренное болью. Пронзенное. Вот и все, что мне от тебя досталось. Вот и все, что от меня. Вот и все, что на что тебя хватило. Бать, ты заебал. Хорош бухать. Слабый, бестолковый, никому не нужен. Меня будто и не существует. Было бы лучше, если бы меня не существовало. Да. А пацана все ноги вытирают? Ну, кроме сестры. Че, смотрите, да, фильмец хороший? А там. Тихо, смотри молча. Подвал. Идем, отец скоро выйдет из проекционной. Ну, пойдемте. В подвал. В подвал, дорогие друзья, идем. Там какая-то злость ходит. А, в подвал. Ну, в подвал, наверное, туда вниз. Ой. А в подвал это куда? Кажется, папа хочет починить свою старую камеру. Если он хоть хотя бы... Да. Если, говорит, он хотя бы ее может это... исправить, но... Да. А, кстати. Выходи на бой, одноглазый, сейчас пожалеешь, что у тебя нет второго. Мой герой... А где ключ от подвала-то? Точнее, я ключ-то от подвала... А, вот. Так, батя там... свою старую камеру. Ее он хоть... хотя бы может еще исправить. Вот. Когда мир становится слишком жестоким, мы ищем укрытие. Тьма может быть чем угодно. А. Чё? Чё делать-то? Может, отвернуть надо? Ага, понял. Против часовой стрелки крутим. Она может стать убежищем. Она прятаться надо? Она может стать адом. Зависит от тебя. Тьма может окружить тишиной. Тишина может быть пустой. Или весьма красноречивой. Зависит от тебя. Куда иду, не понятно. Тьма может принести одиночество. Мне страшно.
Не напугали, я был готов. Одиночество может быть наказуемо. Иди в жопу. Это батя. У нас просто проблема с психикой, это просто батя. Пьяный. Еще что ли? Че? Или спутником? Зависит от тебя. То есть тьма может быть такой, тьма может быть сякой. А, сейчас, секундочку, я вам протру как бы пыль своих пыльных огряд. Задолбал мне эта пыль. То все протрешь, что все чисто. Тут, блин, на следующий день уже все в говне в каком-то. Где я? Я пыль протирал. Иногда лучше спрятаться, впустить тьму. Отец идет скорей. Пожалуйста, нет. Залезай, говорю. Говорите. На какой чудесный этот край, но как теперь попасть домой? Домой? Зачем возвращаться в такое ужасное место? Да, и правда. Чё здесь? Ага, все понял. Чё, батя ещё не насмотрелся там фильмец-то? Тихо, уже начинается. Скорее, он разозлится, если придем позже него. Детская. Пойдемте теперь в детскую. Что это такое? Я вроде знал, но теперь не уверен. Это из этого, из амнезии. Джимми, я сперва нужно создать мысленный образ. Иначе он так и останется бесформенным. Да? Это в амнезии такой там ходил, тень. Да-да-да. Там батя злой. Так, детская. Где у нас детская? Наверху, что ли, где-то? А. Детская у нас вот здесь. А. И тут на сцену выходишь ты. Совсем что ли? Давай, поднимись же. Похоже, ситуация в корне изменилась, Квантермейстер. Будь проклят ты и твои мятежные марионетки. Я так легко не сдамся. Коль гибель ждет меня сегодня, то от твоей руки. От твоей. Начали. Убить сестру? Играй свою роль, злодей, я жду. Поздновато закалять характер. Хотел быть как я, стреляй. Стреляю. Славно. Но мы... кто мы для тебя? Жалкие марионетки? Играй свою роль. Выход только один. Думал, можешь стать мной? Ты навсегда останешься лишь перепуганным мальчуганом. Но не хочу я ее убивать.
Ну, как бы так, я как бы дали выбор, я выбираю, я не хочу. Лили. Лили, ты в порядке? Лили. 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 Лили, я думал, что тебя не стало. That's because I was. Все верно, не было меня. Теперь же нет ее. What? Кого? Who I was. Той, кем я была минут назад, больше нет. Теперь я могу стать другой. Что-то есть? Темно, темно, ребят, как в жопе. Батя-то ушел? Нет, батя еще сидит, смотрит. Батя все смотрит фильм. Смотри, это лучший момент. Че, с водоворотом? Ну да, наверное. Come. Идем, больше нельзя задерживаться. Офис. Больше нельзя задерживаться. I know. Знаю. Отныне я буду... I shall be... капитаном Бейнсом, черным странником. Но капитан Бейнс не девчонка. Придержи язык, Квантермейстер. Я могу быть кем захочу. А если ты, малец, против, отправишься рыб кормить. Да, хорошо. Че там, офис у нас? Следующее. Все этот монстр в виде бати пьяно уходит. А где офис? Ага. Офис тут. Мидас кормчий больше всего на свете любит золото. Способен учуять его на другом конце света и всегда направляет корабль сокровищу. Ага. Ага. Ракета. А. Так. Ракета практически готова. Ракета практически готова к старту. А, еще одной детальки не хватает. То есть мы из пиратов уже играем в космонавтов. Запуск, товарищ. Пошла ракета. А, мы садимся вверх. Мой брат. Он всегда был рядом. Шел за мной по пятам. Молча, грустно, был словно теплая тень. Всегда рядом, но при этом где-то далеко. Порой, когда город накрывали сумерки, мы убегали из дома. Он вглядывался в ночное небо, смотрел на звезды, хотя на самом деле видел не их. Он видел тысячу пылающих душ. Его глаза загорались. А звезды были в них. И когда я понимал, что в нем есть особое пламя, способное разбить тысячи сердец, способна привлечь тысячи взглядов, может вызвать тысячи слез. Мой брат, тихий мечтатель, он грезил о дне, когда мы сможем все бросить.
и отправиться в путешествие всей жизни. Его звал свет на горизонте, манящее пламя. Да, в нем была искра. Он мог заставить тысячи душ полыхать. Подарить им ощущение жизни, подарить им бессмертие. Тысячам. Но только не мне. Только не мне. Мы предавались мечтам, глядя в небо ночное. Когда казалось, что достаточно протянуть руку, и можно будет увидеть черная тень затмила солнце. Гряза рассеялась, ее сменило нечто другое. Нечто свирепое. Нечто... Что же там? О, Андрюш, вытащи меня, пожалуйста. Меня закопали. Батя все фильм смотрит, понятно. Oh, no. О нет, кажется, теперь поступит черный странник. Don't worry. Не волнуйся, one когда-нибудь we'll мы узнаем, что там в финале. Санузел. Пора пописать. Долго это все беготня. Лили, а если случится что-то плохое, я тебя не найду. Слушай мой голос, сохрани его глубоко внутри. Я всегда буду рядом с тобой. Навеки? Навеки. Так, запомнили ее голос? Если что, слушаем сердце. Красота. Так, нам надо в туалет. Где у них здесь санузел? Санузел где у вас? А это не санузел? Понял. Санузел это вот это. Ага. Если хочешь дойти до конца, запомни. Чудовище пугает, но оно не тоскует. Потому что оно так же потеряно, как и мы. Подожди. Подожди. Великолепно. Подожди. Ага. Мы что-то вырастили. Да хоть что за лаги-то такие дикие. А, воды слишком много. Ага. Расти. Расти, тентакли, расти. Не понял. А ветерок нужен? Нет. О! Так. Здесь что у нас? А.
А, здесь, наверное, нужен ветер. Нет. Так, музыку убрать? Да. Можешь палить. Понятно. Да поливались. Так, третий блуди рус. Подожди, это что? Не понял. А что произошло? Люсист, достаточно крошечной искры. Люсист Арпомурович. В общем, льда. Папа, не надо, пожалуйста. Лили, не лезь. Просто оставь нас в покое. Ты забираешь пацану, ты забиваешь пацану голову глупостями. А делай так, никакого толку. Ты сам ничтожество, злобный одноглазый урод. Как ты меня назвала? Отвали от него, чудовище. Ебать, это батя, я же говорю, это батя. Ну, у пацана, да, психика сломана. А. Ну, ты, конечно, злой. Ну батя у нас. А куда нам бежать-то? Ох, спалил батя нас, надо было забатить. Ой, надо было идти за батей. Смотри-ка, он меняет тактику, то есть сначала туда, а потом сюда. То есть он не все время одинаково идет. Батя идет сюда, мы прячемся здесь. Батя, успокойся. Разошелся, батя-то. Подожди. Ну чё, кругами бегаю? Почему? Кто мне скажет? А. Потому что, да. Оттуда я пришел. Ага. Так, он меня прогоняет, да? Батя меня прогоняет. Ага. Мы практически дошли до цели. Почему? А,
Ну я же стоял, там нормально все было. Где я? Там все нормально было. Или нам здесь прям надо будет за это, да, идти, видимо. Ну, смотри какой. Ищет, смотрит. Ищет, смотрит, что-то хочет. Ох, ебать. Father, отец, это сегодня. Знаю, пойду ее навещу, посмотрю. Присмотри за домом, пока меня нет. Ты купил что-нибудь Джеймсу? Это ведь и его день. Я должен был купить кое-что твоей маме. Это все, на что хватило. А, короче, она умерла при родах, да, когда младшего рожала. Она умерла при родах. Из-за этого его батя винит. Ну, замечательно. Хороший отец. За этого его не любят. Прошу. Это батя? На помощь. Батя, ты как хреново выглядишь. Мне больно, больно. А батя у нас еще инвалидом, что ли, был? Я больше не смогу. Терпи. Все? Все кончено? Нет, мистер Харди. Все только начинается. Все представлялось мне как во сне. Отца потеря, слабость, что напала. Чего? Ну, господи, долго мы еще будем бегать-то? А, все, ключи закончились. Я просто уже устал бегать по этому дому, честно говоря. Это пленка. Breathe. Дыши. Дышу. Ну... Да господи, то внаружи, то внутрь. Как-то хреновенько у нас дом-то выглядит. Пройди до конца, пусть твое сердце кровоточит. Не надо. Ага. Ага. Ха. Странно, ладно. Так, давай четвертую послушаем. Скажи, Джеймс, тебе нравится сидеть в парке? Я не знаю. Не знаешь? Я думаю, да. Здесь я могу быть кем угодно. Неужели? Можешь быть кем захочешь? Ну, я думаю, быть не обязательно. Я могу сыграть кого хочу. Я не понимаю, мы заиграем за парня или за девчонку. Попробуем выйти. Ты бежишь, но знаешь ли куда? Одного персонажа создаешь, другого уничтожаешь. Иногда иного способа нет. Ты руководствуешься рассудком, действуешь проницательно и обрезаешь ниточки. Ты колеблешься, стараешься как лучше, легко никогда не бывает. А, мы чуть-чуть не дошли, да? То есть еще четвертак, что ли, будет? О, я уже наигрался в игру, если честно. Ну, как по мне, что-то затянуто. Такие игры надо делать небольшими, хорроры.
Тем более особо тут. Особо здесь ничего не пугает, здесь психоделика на самом деле больше. Здесь ничего такого этого. А, персонаж, пройди до конца. Да, видим, последняя глава будет персонаж, пройди до конца, да? Что у нас здесь? Да куда ты? Так, ну да, мы собрали, кстати, немало картин. Могли бы и больше. Что здесь? Создание персонажа, повторный момент. Взгляни в сторону дыши, вспоминай тра. Ага. Понятно. Че, поехали? Последняя глава, наверное, я надеюсь. Но в следующей серии уже. Крик будет пронзительным, а наступившая тишина еще пронзительнее. Silence. Все? Все, что ты мне хочешь сказать? Акт четвертый. Что-то там, куда-то там. Ну, это заключительный, видимо, акт. Ладно. Увидимся с тобой уже в следующей серии. В следующей серии продолжим. Всем до встречи, всем пока.